происходило в городе Днепр. Это город областного значения. Видите население довоенное, видите площадь, видите 592 доллара за квадратный метр. Это средняя стоимость по городу. Также можете посмотреть, как вела себя недвижимость до войны. И декабрь 2021 года, это довоенный период, 609. Видим до марта 2022 года. Война началась у нас 24 февраля. Напомню вам, мы видим вот этот, ну, совершенно сумасшедший какой-то рост. Ну, в месяц можете посмотреть, да, чуть ли не на 20 долларов стоимость квадратного метра выросла. Можете себе посчитать, насколько дорожала квартира среднестатистическая. И вот с наступлением войны мы видим, как стоимость квадратного метра стала снижаться по квартальный это отчет до 592 долларов за квадратный метр. Это март 2023 года. Это в целом, друзья, происходило по городу Днепр. Также мы можем, геоинформационная система LIMP News может дать вам возможности посмотреть, что происходило не просто в целом по городу, а в разрезе административных районов. Давайте быстро вот пройдемся просто. Амур, Нижний Днепровский, это административный район. 552 доллара за квадратный метр. Видим в динамике полтора года, что происходило. Ну, стоимость квадратного метра в декабре 2021 года 580 долларов. 2022 год, это март, первый квартал, начало войны, 586. И снижение где-то более интенсивное, где-то менее. Это поквартальные отчеты до, друзья, марта 2023 года. Это уже 552 доллара за квадратный метр. Еще раз напомню, друзья, мы говорим о самом большом классе рынка недвижимости. Это класс социальное жилье. Индустриальный район. Индустриальный район 567 долларов за квадратный метр. Также в динамике видим довоенный рост сумасшедший. Это 587 долларов в декабрь 2021 год. Март 2022 – это 603 доллара за квадратный метр. И поквартальное снижение где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. В марте 2023 года – это 567 долларов за квадратный метр. То есть вот видите, как изменилась стоимость квадратного метра за год войны. А мы подводим именно как раз итоги, так сказать, прошедшего года. Ну, исходя из той статистики, которую нам любезно предоставляет компания LIMP Consulting. Следующий административный район – Самарский район. 563 доллара за квадратный метр. Посмотрим, давайте, что же происходило в динамике. Ну, системный администратор опять нам решил сделать сюрприз в плане того, что с июня 2021 года дал информацию. То есть это больше, чем полтора года. Ну, это очень интересно. 474 доллара за квадратный метр. Уже это у нас сентябрь 2021 года, 524 доллара за квадратный метр. Смотрите, как росла недвижимость. Это всего лишь за квартал. То есть порядка, ну, я не знаю, там 60, да, или сколько там, 74, это 30, ну, 50 с лишним долларов за квартал поднялась стоимость квадратного метра. Это довоенный период. Дальше до декабря 553, опять рост значительный. Дальше март 563 доллара за квадратный метр. Начало войны у нас февраль 24-го. И вот здесь мы видим снижение стоимости квадратного метра 553 доллара за квадратный метр. И в марте мы видим 563 доллара за квадратный метр. То есть незначительное снижение, но я на самом деле думаю, что это статистический шум, который мы не смогли отследить. Я просто готовлю отчеты поквартально. Я вижу, что город Днепр, вот здесь он где-то находится здесь. То есть стоимость квадратного метра снизилась где-то на 4%. То есть здесь, скорее всего, наша недоработка. Ну, мы же в процессе, я думаю, что будем исправлять данные огрехи. Следующий район – это Соборный район, 690 долларов за квадратный метр. Его можно вот так приблизить, посмотреть, какие массивы входят в Соборный район. И видим, что 690 долларов за квадратный метр. В динамике также видим декабрь 2021 год 703 доллара. Рост
до марта 2022 года это 721, и с началом войны медленно, уверенно, это поквартальные отчеты, снижение стоимости до $690 за квадратный метр март 2023 года. Так, давайте, друзья, удалим вот эти все районы, потому что информационная система предполагает фиксацию не больше 4 районов. А следующий район, Шевченковский район, также $599 за квадратный метр. В динамике тоже самое, декабрь 2021 год. Рост до начала войны это $633 и медленное уверенное снижение до $599 за квадратный метр. Следующий район, о котором мы будем говорить, это центральный район. Видим, центральный район отличается. $669 за квадратный метр. В динамике та же самая история, друзья. Довоенный период рост $692. В марте 2021 года $701. И с началом войны поквартальное снижение стоимости квадратного метра где-то больше, где-то меньше. И в марте это уже 2023 года $669 за квадратный метр. Ну вот видим, сколько много административных районов в городе Днепр, поэтому стараюсь кратко говорить, но уже потерпите, друзья, с цифрами не все могут работать. Чичеловский район, можем его также придвинуть, карта это позволяет сделать. Итак, что мы видим? Чичеловский район. Одну секунду. Так, вот он у нас. $516 за квадратный метр, социальное жилье на дату конец марта 2023 года. Вот смотрите, даже в рамках квартального отчета мы наблюдаем вот подобные колебания. Да? И когда мне риэлторы говорят, что там у них за 2 недели или подорожала, или подешевела недвижимость, мне всегда как бы вот, ну, странно слышать данную информацию. Просто давайте разберем на примере Человский район, декабрь 2021 год, $576 за квадратный метр, довоенный период. Сумасшедший рост 576, и вот здесь смотрите, 613. Это на сколько процентов всего лишь за квартал выросла стоимость квадратного метра. И с началом войны мы увидели, что, друзья, резкое снижение стоимости квадратного метра. У нас уже июнь 549, дальше видим опять снижение. Здесь незначительные колебания до $584 за квадратный метр. Это декабрь 2022 год. И март, друзья, мы видим, что тенденции, ну если вот так провести вот такую линию, да, это еще аппроксимирующая линия тенденции, то мы увидим, что $516 за квадратный метр, март 2023 года, это средняя стоимость квадратного метра по району, класс социальное жилье. Вот так вот интересно ведет себя стоимость квадратного метра в разрезе ну, того или иного административного района. Ну и последний, наверное, район, это Новокадацкий район, $490 за квадратный метр. Видим, что динамика тоже повторяется. Довоенный рост с декабря 2021 года это $575, март это $589. Напомню, март 2022 год, война началась в феврале 2022 года, 24 февраля. И снижение с началом войны, незначительные колебательные процессы, и уже март 2023 года это $490 за квадратный метр. Друзья, вы так